Ну, можем. Не, ну я думаю, что лучше осадочку. Дать чисто осадочку. Там уже будет по красоте, по сути. Ты что взял, старый? Гаусс с чем? Эми? Гаусс Эми. Ну, было бы, конечно, неплохо, если бы у нас еще и пробитие было. Ну ладно, пофиг. Можно и без пробития. Вся Ну, главная потом. суета, это я въезжаю в точку, накидываю вам ХП, накидываю вам эту шляпу, броню, да, и получается я еще даю... А, так я же дроном даю, ой, не дроном, я этим, уверен, даю же пробитие, да? Ну и все, суета сейчас пойдет. У них не будет расходки, ты им сбиваешь расходку, я даю пробитие, и все, и мы их тушим. Я добиваю, нормально. Не, так там у тебя ж криты еще, ты же даешь добавку до криты нам. То есть, если ты даешь криты, я зажимаю просто Да. кнопку на Тесле, там такой урон дикий летит. Ох, Суетной. Опа. да. Если там купола будет, его криты в пизду. Да не, все, давай, тушим. Я Не уже на забьюсь, точке. летит. Я уже на точке. Вы где, пацаны? Я из страйкер. Я уже чуть по чуть жду. Страйкер 8 залпов, я понял. Оп. Поел. 2000. Суеты ему дал. А, Ой. я же на кризисе, сука, забываю, что у меня брони нет. Даже надо помнить, что у меня еще броньки нет. Давай, 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 Макс, Серега, сейчас посоветуй сожрем мне. его. По бырику. По шурику схаваем. Сейчас уже скоро овер будет. А хотя не, у тебя, да, первый, наверное? Нет, мне 90 только. А может, Ну, да. у меня 95. 95. Одинаково. Короче, не так, мой. Ну, сотку уже есть. Виталий, ты на карте? Так. Овер прилетел. Все, у меня есть овер, погнали. Ну, тоже есть. На мосту точек. А, да, Зоучка даже не по этой Промоверка стороне. летит, кстати. Пускай Все, зайдет, там я стану. суеты дал. Максик, подожди, подожди, подожди меня. Серого. Блин, меня слили. Сука, зря я Макс, ДД сейчас прожил. купол раздашь, стой. Стой, не это самое, не прожимай, подожди, подожди, мне тоже надо процент. Хоть двадцаточку какую-то контентовую. Ой, Вот Макс, ну этого. ты рядом со всеми, оно сейчас даст всем. А, вставлю. Давай, давай, нормально. О, суета. Старый, Ой. давай, теперь надо тебе овер дать. Ой, хорошо. Старый, давай, ну, жми. Хорошо, все, Хорош. контент. Пошел, контент. Давай, 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 суетной, суетной. Туда, туда им, туда их. Просто туда их. Блин, у меня эта тарелка, и у нее вообще силы нету. У меня шарик. Нормально, нормально. Тушанули. Оп, и суету сразу. Давай, суету, Ой-ой-ой, суету, найс, суету, найс, суету, плюс суету. КП. Просто суету. Живем, живем. Оп, куполочек, суета. Оп. Пробитие сразу всем. Чуть по чуть даем. Блин, я забываю, что у меня это шляпа усатая. И стоим, стоим, чисто чилим. Интересная тема. Чисто чилим. Но это чисто саппорт. Это жесткий саппорт. А. Оп! И по суете, постоим. А, мы точку забрали, нормально. Можем лететь Стоял. дальше. А у меня Правая бабка будет. А, крутая. не, левая точка. Че я ими возьму? Да там старый бахни эту контентовую. Только сейчас, все. Давай, старый, я тебя прикрою, сейчас суеты дам. Сразу бах. Всю суету, чтоб ты держался. Чтоб Пока ты... не даю, пока не Да даю. все, давай, я уже прожал Да, я свою лезу с суету. шариком. Далеко попал. Возьми шарик, полетел. На Яйцо ему летит. туда. Виталий, яйцо! Ой-ой-ой-ой. Повезло, повезло. Блин, самое жесткое это то, что пробитие дает эта тема. Она дает еще пробитие, это очень жестко. Кто-то масса получает. А, у них два... Боже. Друг куклу Ой-ой-ой-ой. берегли, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Там оверка летит. Да не, Они сбрут. Габелла. Хантер забрал. Габелла. А у нас есть титан с овером. Давай, давай, титан, титан, прожми. Хорош, красавчик, лучше просто. Тащит. Ой, хантер. Ой, ё-моё. Давление. Суету Стану еще. прожил. Еще титан прожил. Держимся, держимся, держимся. Надо, чтобы кто-то просто придержал. Чё-то, чё-то. А, поддержал. О, Макс опять со своей сводочкой красивой. Окей. Дается водка. Так, подожди, так я могу сейчас у меня... А, нет, у меня 80 тысяч. Так бы я бы мог прожать по красоте. Ой-ой-ой! Все, суету дал. Дашку. И суету. Держу, 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 держу. Пробитие даю, просто пробитие. Чисто пробитие летит красивое. Башкой дал. Еще раз дам. Давай, 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 давай. Старый, чё почём? Чупа-чуп. 90. Давай, давай, надо контент. Смотри, пробитие пошло на типа. Так у него получается пробитие в радиусе, и сразу же еще и подавление в радиусе дается. Это вообще габелла. Да. Смотри, смотри. Смотри, тип подъезжает.
А, у меня овера уже нет. А, о, овер. Я туплю. Ну, сразу, чуть-чуть. Чуть-чуть сразу. Даем. Так, все, я поплыл, пока, пацан. Я полетел. А где мой хп? Я лечу чисто на контент. А, сука. А, меня тушат. У меня говорит, могу раздать. Меня тушанули. Габелье. Пошли. Го в яму. Го в яму. Я лечу, скоро буду. А мы раздали. Оп. Ой, как это зацепил. Лол. Похоже, стоишь. Хата сейчас врубит. Обрубит. Сейчас урона. Туля, сейчас хапает. Все, смотри, смотри. Всех, да не всех. Ну, Титан, может, прожмет купол, не? Додумается? Алло. Хорош, красава, лучший просто. Гений мысли. Блин. О боже, это что за купол? Это купол суеты какой-то. Надо подержать. Это, кстати, самая такая сложная точка. Самая сложная. Я пока здесь кручусь как-то. У меня 97. Сейчас суету дам. Надо только, чтобы кто-то купол прожал, что-то. Планету, 50 только. 80% у меня. Ну не знаю, подъедьте, я дам суету. Нашли тебя. Давай, старый. Давай, старый, прыгай, прыгай, прыгай. Сейчас мы их тушанем. Побить им. Ой, имба. Ёб твою мать, я в минус упал. Давай, давай, где давай. Виталий, город дам. Да, уже все, уже тушение произошло. Мы их уже тушим. Уже овер работает, так сказать. И просто всех цепляет. Тупо всем. Еще и типы, которые подъезжают, сразу с пробитием. Но это не, это имбище лютое. Это чисто по саппорту работает. Идеально. Еще очки давали за какое-то лечение. Ну да, да, если бы что бы давали, это было бы вообще жестко. Так, ладно, все, давайте, пацаны. Я поплыл. Бля, сдох. Ну, старый, ну куда ты так летишь? В гусях. Кстати, веса столько в тебе, старый. Летю быстро. Уверенно. Видел, как вот так, хоп. Он только подъехал и уже улетел. Я знаю. Видишь, подъехал уже с пробитием. Суетный. Могу вообще стоять на этой ДДшке одной. Не, ну это жестко. Жестко, жестко, жестко. Ну и вот, и мы первые три места. Ну там диктатор, как всегда, это в плюсе всегда. За счет раздачи. Диктатор сейчас очень выгодный стал. С этой комбиной. Ну давай, еще одну суетную дадим. Будет нормально. Лучше харька, можно сказать. Ну, конечно, лучше. Ты же еще саппорт получаешь очки, плюс у тебя хп больше. ХП больше. Овер копится. Не, ну овер не копится быстрее. Овер чуть помедленнее. Но все равно. Но это из-за того, что харьку занерфили этот самый. Дальность подавления. Ой, не подавление, пробитие. Дальность пробития. Пробитие. Если бы пробитие было бы с той же расстояния, что и было раньше, то, в принципе, нормально было. Так. Расстояние пофиксили, и все, оно уже не такое жесткое. А, какую-то суету. Вообще, было бы жестко, если бы мы попались в какую-нибудь потную катку. Мне интересно, чтобы она бы в потничке каком-то давала. Насколько бы это жестко работало. Если бы там было бы просто куча мала на этой точке. И ты просто влетаешь, прожимаешь этот овер, и сразу у типов пробитие плюс подавление. Весь-то прикол в том, что они даже не могут, там, тип не может купол прожать, не может хантер овер прожать. Потому что у него сразу подавление сходу наносится. Два эффекта сделали, и все. Говори. Получается... Игры по 2,5 часа будут, 10 раундов. Ой-ой-ой. Старый, а игры, а 10 раундов уже с сегодняшнего матча начинаются или тогда? Да-да-да, уже все, больше этих. Ну только полуфиналы на этот сам, на 6 раундов. Так, ну это какая-то вообще идиома. Сейчас будет попотнее следующий. Идиовая каточка. Я чего там целится? Будет, старый, вернись, а нет. 2,5 часа фигачить, охереть.
Заебал. Блин, я не попал. Овер есть? Нету. Это что-то надо. 90. На, 90. Давай, контенту вам даю. Суетного контенту. Такие детали здесь? Раздам, значит. Чисто суетного контенту вам даю, пацаны. Все для вас. Да, ну, все, пацаны, давайте. Я поплыл. Сары, ну ты где? Ты долго там плыть будешь, Сары? Лечу на гусях, лечу. Давай, старичок. Я уже устал ждать. Сколько можно ждать тебя? Накрыл отцовским крылом. Ну, это еще очень четко сочетается с электропушкой. Потому что ты можешь дать тычку быструю со сводки по типу, который будет ехать, и сразу заныкаться. Блин, я зря прожал. Он пишет мне, постой. Поехали. Переключился так чисто по красоте, туда-сюда. ХПшечки накинул, красивый, суетной. Оп, смотри, бах. Оп, не попал. Ты сливает меня. Я думал, я попаду еще суету какую-то красивую. Ладно, туда чё-то, попаду. Что-то они прямо на точку не летят. Ой, летит тип. Ой, меня унесли. Габелла старый. Только сказал, что не летят, и все, и сразу прилетели. Я сзади, сзади. А, вот. Да, бля, хотя нам поставить. У него не было. А мне шанс шотнул. У меня был, был. Был? Там секунду, только куба появляется, шанс шотнул сразу. Да не надо было лучше, кстати. А сейчас я возьму, блядь. О-о-о, давай, давай, суету, суету, суету и хп, 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 хорошо. Контентовый, молодчик просто. Красава. Ай, шафт. Ладно, все, надо спрятаться. Сейчас я гусей завел, еду. Давай, гусиный жир. Заезжай уже. Давай, гусиный жир, поехали. Жди. Старый, ну. Ой, боже, что ты делаешь? У тебя купол перебивает бомбу. Что ты делаешь? Я знаю, я обосрался, не хотел, не поехал. Чуть. Ну так ты меня слил просто, ты не понимаешь или что? Успеешь, да я ты меня просто продал, блядь. Сука, ну, старый, ладно. Я в шоке просто. Взял я меня, просто продал. Я просто обосрался и не хотел, не поехал. Ой, боже. Я уже хотел кричать, купол, купол, но потом вижу, что ты уже откатываешься назад, значит, все понятно с тобой. Значит, ты продажник. Ой, шарик. Давай, Макс, чуть по чуть. Контент. Я поплыл. Ой, по башке неплохо кинул. Блин. Чё, по оверу, старичок? О! А, не могу заехать! Фига в дрифтена. Не мешает. Отулил весь экран. Мне, кто ты, старый? Кто ты, толстый такой? Я не попал. У меня 97. Пить, пить. Палочку. Палочку. Ай! Мог тебе старый суеты, конечно, дать. Подожди, ты зожен оказался. Да не. Ну, это б тебя суета все равно не спасла, поэтому я бы просто просрал в пустую овер. Я решил засейвить овер. Чтобы он мне пригодился. Вот, например, сейчас. Это шафт целится. Оп, смотри, смотри, смотри. Оп, старый, я тебе суеты уже дал. Да давай едем, я его сейчас пробью. Вот, смотри, бах, и все, он уже сидит, контент удает. Вот, смотри, заезжает сразу с пробитием. Пассажир. Не, это лютая имбища. Это просто саппорта. Саппорта лютая тема. Чисто саппорт. Суетной саппортик. О, еще и залетел туда. По красоте. Суета. На, старый, тебе еще суеты дам. Чтоб тебе что, спалось. Чтоб тебе спалось попроще, старый. И оверка быстро копится, пиздец. Ну так ты ж точку берешь, там за точку дает процентов 50, походу. Плюс Макс еще раздает дополнительный процент. Ну, 30, по-моему, говоря, даже 30, 20. По 30, уже 70, 80.
Как послил. Ой, Габелла. А, X40. Ну, Макс чисто суету держит. Почти соло. И все, и победа в кармане. Ну, старый. Ну что ж ты, старичок-то. Ну, ДАшечку прожал. Куполочек дал красивый, да и все. По контенту, старый. Даешь пока по контенту. Здесь вообще можно через центр вот так влетать. По лютому. Давай, ставь, все. Там еще один. Ой-ой. Давай, давай, сейчас мы загасим. А, у меня овера нет. Я уже думал, сейчас отмена. Мы... Да, я думал, сейчас я им как тучение дам пробитие всем. У них там даже этих иммунитетов от пробития ни одного нет. Это вообще хорошо, дай нам цепочкой. Цепочка стоит, так им вообще имбово. Да, их можно было бы там нормально всех слить. Андербасиком каким-нибудь. Ну, захватили его. Не успели. Так, ну давай еще одну. Это какая-то не суетная была. Надо суетную. Чтоб сразу там было тушение. Большой видос получится. Да нормально, суета пойдет. По красоте. Ну, 20... ну ты 22. Пойдет. По-красивому. Главное, чтобы нормальную каточку сейчас пикнула. Тогда будет четко. Это ты его уже завтра выпустишь? Не. Свежий контент? Не, не завтра. На завтра другая суета. Какая? Увидишь. А вот увидишь, да. А увидишь, старый, увидишь. Тебе все надо знать. Я так и знал, что ты скажешь. Все надо знать. Не-не-не. О, хорошая карта. Хорошая карта. Здесь можно нормально давать. Я хотел сказать, плюс сегодня видос про это, про анонс, но там нихуя не будет уже вроде. Просто ультраукент. Нечего снимать. Давай, давай, Максимочка. Подъезжай, процент зарабатывай. Ох ты шо, Рио. Жена его. Ладно, блин, слили типа. А, ты только загрузился, Сар? Пока мы уже почти точку взяли. Пока ты там грузишься. Успеваю ты, я тут на подсосике работаю. Красиво, красиво. Подсос это всегда хорошо. Старый, вот видишь, ты ему... А, если бы хотел сказать, ты ему всунул. Я вот ему добавил, но я не попал. Ну боже, кто там стопит меня? Суета какая-то стопит. Димона. На пляжике. Вижу, вижу. У меня сотик. Летим. На гусях. Я у тебя тут вронился 50 этих. Крусейдер что-то одень какой-то устройство. Какой крусейдер? А, не на крусейдер, а на эту хуйню. Так у меня нету ничего, тут же еще нет устройств. А. Давай, старый. Даю тебе суету. Макс, Макс, дай, 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 что-то, что-то. Чтоб линия сыграла. О, все, и стоим по суете. Ох, отлетел сразу. Что-то, что-то, по суете, что-то, что-то. Что-то, что-то там дулик залетел по-красивому. Оп, точка захватывается, у меня уже сотик. Куда летим? На гусях, наверх? Наверх, думаю. Уже типа ждут. Я думаю, что мы сейчас затушим. Я уже на месте. Погодите, гольфталь раздам. Пошли, пошли. Меня занесло, да. Занесло. Давай, занесло, суету дал. Да. Можем здесь прям встать. Уф, какая имба летит. Ну я попасть не могу с этой тарелки. Бэ, ну самое жесткое было бы, если бы еще бы вот за этот опыт, что я лечу, еще бы давали бы очки. Вот тогда было бы вообще идеально. А то так я работаю в холостую, получается. Даю столько хп уверенно. И за это ничего не получаю. О, по старой уже на точке. Старый, давай суету. Старый суетолог. Интересно, сколько оно вот вообще может максимально залечить? За полную работу. Сколько оно залечит? Думаю, что много. Она уже 20 секунд работает. Ну да, ну.
Ну это, кстати, суета тоже рядом с Джаггером работает очень эффективно. Например, можно Джаггера тоже саппортить. Можно будет попробовать, потом. С Джаггером все равно будет давать. Ты какой-то медбрат, блядь. Ну. Шафтом. Не, ну это нормальная тема. Ты, например, с Джаггером рядом будешь играть. Ты, получается, ему даешь. Ну, единственное, только надо, чтобы еще дик какой-нибудь был. Чтобы он давал овера. Да. Не, вообще самое жесткое Джаггер. Джаггер, Титан. Этот самый, вот этот корпус. И Диктатор. Дикая Зида. Вообще суета была бы. Дикая Зида на лечение была бы суета. Лютая бы. Ну тут даже бить некого, они даже не едут. А, что-то какие-то вени вялые попадают. Ну, ставят купол на Титане, когда уже точка захватилась. Куда он там ставит? Суету свою, ладно, я поплыл. Нифига, через этот забор даже перелетает. Че нам ловит? Не, ну это челы вообще не понимают, что происходит в этой карте. Живите. Чисто по суете залетает. Ну, Макс, конечно, он спарс. Аня лечит, я купол поставил. Макс кричит, живите, живите. Живите, нахуй. Это вдруг сейчас улетим на рез. Да, я не раздам никому. Да. А, нормально, точку захватили. Фига, ну Макс чисто 26 на 2. Я вообще ничего не делаю, даже киллы не надо делать. Макс их тушит. Стоишь чисто на точечке, чилишь. Овердрайв прожал и все. Чил-чил, фул-чил. Врубай, шарман. Смотри, что за так у него, нахуй, смотри. Что за так? У кого? У нас открой, украл. Так, ты заметишь его. Украл, смотри, украл тек. Токтик? А, блядь. Ну, своровали, получается. Давай дать. По суете своровали. Ну, по красоте, чё? По красоте. Чуть по чуть. По 10 килов. По 10, неплохо. Не, нормально, нормально, нормально. Нормально. Залетел. Пойдет. Фига, 900 очков. Не, ну Макс чисто суеты дает. По красоте.